Всем бонжур, меня зовут Полина, с вами читалочка, а это Алексей Иванов. И Алексей Иванов – классик. Я пока не знаю ни одного человека, который бы читал книги этого автора, и я подчеркиваю множественное число книги, который бы это отрицал. Хотя, безусловно, найдутся и такие. Буду рада выслушать ваше мнение в комментариях. Но, как говорится, имхо. И сейчас объясню, почему. Был обычный день, когда редакция Елены Шубиной предложила мне стать амбассадором их марафона «Инстаграм читает Алексея Иванова. Практические стихи». Суть марафона в том, что до 31 мая вы выбираете любую книгу Алексея Иванова, которая была экранизирована, или если вы уже все книги прочитали, то вы несколько отходите от списка, предложенного вам редакцией и издательством, и читаете ее. Затем вы пишете небольшую рецензию, а по факту финала марафона Алексей Иванов лично выбирает тех людей, которые показались ему наиболее интересными. И затем вы можете получить открытку с автографом писателя, либо поучаствовать в прямой конференции с ним, будь то по интернету или личной. И, как по мне, это, пожалуй, первый случай, когда издательство предлагает настолько прямое общение с писателем. Для собственного участия в этом марафоне я выбрала роман «Ненастья», который вообще-то был написан в 2015 году, и я не очень поняла, как 4 года эта книга пряталась от моего внимания, потому что... Также этот роман взял премию, и Алексей Иванов, естественно, тоже взял премию. Большая книга после 10-летнего, кажется, упоения нехудожественной литературой. И да, этот роман значит для автора многое, как можно понять из его интервью. А вот в 2018 году эта книга, можно сказать, обрела вторую жизнь, потому что была экранизирована в рамках сериала на «России». Один, и чуть позже мы с вами, безусловно, обсудим, как экранизация нахер убивает просто всю мысль, которая есть в этой книге. Но об этом, безусловно, позже. И пока я вам предлагаю сделать небольшой привал перед тем, как я начну занудничать. По природе своей я как-то так устроена, что меня восхищают не только те книги, в которые автор запихивает вот этот поворот, и вообще любой автор, не только конкретно взятый Алексей Викторович. И что касается этой книги, я получила просто какие-то короленочные мурашки от осознания того, что эту книгу можно проанализировать так, что просто смиритесь и пострадайте, что дальше в этом ролике будут схемы. С творчеством Алексея Иванова я знакома где-то 70-30%, большая часть из этого читалась, меньшая, соответственно, нет. Поэтому, конечно, на марафон редакции Елены Шубиной мне было достаточно легко выбрать книгу. И вот «Ненастья». Эта книга рассказывает нам про афганцев, которые собирают свой коминтерн в вымышленном городе Батуев под командованием Сергея Лихолетова. Сразу хочу отметить, что многие почему-то Батуев, этот городок, связывали с Екатеринбургом, хотя это действительно вымышленный город, никакого такого в реальности нет, прототипом которого можно называть Екатеринбург. Ведь сам автор также говорил в одном из интервью, что многие из событий, которые будут происходить в дальнейшем в его романе «Ненастья», имели под собой реальную основу происходящего в Екатеринбурге. Однако, также я хочу сразу отметить в этом ролике одну простую истину. Художественные книги потому и являются художественными, потому что большая часть там — это вымысел. Да, это могут быть реальные факты, которые прошли через фантазию и сознание писателя, но все-таки к художественным книгам не нужно относиться как к документальным источникам. Пожалуйста, просто примите это. Возвращаясь к нашим афганцам, по факту вся эта история с коминтерном является лишь фоном для происходящего с каждым из персонажей лично, потому что именно с помощью героев мы можем наблюдать эти экзистенциальные мыслительные ловушки, про которые также рассказывал Алексей Иванов. И даже если об этом не знать, вы все равно это заметите. По крайней мере, я в вас верю, вы справитесь. Что касается меня, интервью с писателем я посмотрела уже после того, как изучила книгу, как посмотрела экранизацию, так что для меня, в принципе, не было каким-то откровением то, что он говорил.
Книга, безусловно, начинается в духе своеобразного блокбастера, поэтому нет никаких удивлений, что эту работу решили экранизировать. У нас есть герой, Герман Неволин, и сразу хочу подчеркнуть, обратите внимание на говорящие фамилии некоторых персонажей. И Герман Неволин работает водителем инкассаторской машины на довольно-таки крупную городскую шишку города Батуев. Извините меня за некоторую тавтологию. Он решает ограбить эту машину и выносит из нее 15 мешков, в которых ассигнации на общую сумму в 140 миллионов слишком. Сами понимаете, это такой своеобразный, может быть, даже отсыл в сторону Достоевского, такой оманж, потому что у нас есть преступление, с которого и начинается все мыслительное, все сознательное путешествие главного героя. За Германом Неволиным начинают охоту и полицейские, и его бывшие коллеги-инкассаторы, которые также с ним прошли через Афган. Сюжет, безусловно, интересен, и многие из вас могут сказать, что, мол, Полин, это действительно сюжет для сериала. В книге это будет смотреться куце и просто неинтересно, потому что в книгу нельзя напихать тот саспенс погони, который, по сути, должен следовать за Германом Неволиным. Но я вам скажу, нет, господа товарищи, нет и нет, потому что книга полна идеями, она полна смыслами, которые хочется и которые действительно нужно анализировать. В книге есть то, что заставляет меня думать о том, что Алексей Иванов является очень важным пластом современной литературы, или пластом, как правильно говорить вообще, не суть. Он действительно является продолжателем традиций Достоевского и даже Чехова. Я не ручаюсь, я не буду говорить вам о том, что та схематика, которая родилась в моей голове по факту прочтения «Ненасти», также имела место и в голове Алексея Викторовича. Но, однако, как мне кажется, она действительно актуальна для более точного, более тонкого понимания этого романа. Уверена, что многие из вас уже прочитали эту книгу, что, возможно, многие посмотрели экранизацию и подумали, что «Ах, нет, книга мне будет неинтересна, потому что сериал не зашел» или наоборот зашел. Но я должна все равно предупредить, что дальше, возможно, будут спойлеры, так что дальнейший просмотр этого ролика только под вашу ответственность. Итак, поехали! И перед тем, как мы стартанем, а стартанем мы с географии романа «Ненасти», я вам хочу напомнить про ролик, посвященный так называемой усадебной литературе. Там я очень большой акцент делаю на памяти поколений, когда человек из городского ада пытается вырваться на природу, как в символ рая. И это особенно актуально демонстрирует нам сегодняшние майские праздники, когда люди желают выскочить на этот небольшой отпуск своеобразный. Итак, у нас есть Афганистан и город Батуев. Эти два места являются своеобразным синонимом ада. Афганистан как место, где проходила та самая война, уже в принципе актуально приравнять к аду. В Батуев съезжаются афганцы, те люди, которые прошли через войну, и у Алексея Иванова они своеобразным образом продолжают тему Ремарка из его романа «На Западном фронте без перемен». Они не могут существовать без той самой войны, поэтому Батуев тоже некоторым образом для нас приравнивается к аду. Афганцы после 89 года здесь начинают устанавливать свои правила. И можно было бы сказать, что это своеобразная бригада, когда мы видим человека, который был никем, но при этом он хочет добиться чего-либо и использует те методы, которые были актуальны и в 90-е, и уж тем более были актуальны на войне. Отсюда захват жилых домов, отсюда захват юбилейного юбиля, как его сокращенно называют персонажи этой книги. И да, Батуев приравнивается к аду. Затем мы с вами видим еще одно географически важное и необходимое место, которое и дало название этому роману и, в принципе, некоторой метафизике его. Это небольшой поселок, деревня Ненасти. В Ненасти мы видим, как многие персонажи пытаются сбежать, это своеобразный пригород, и, казалось бы, Ненасти можно приблизительно приравнять к краю, но при этом это неправда. Это неправда, поскольку именно в Ненастье прячется Герман Неволин, когда уже
совершает свое преступление. В ненасти пытаются изнасиловать Таню Кудилину. Из ненасти ее спасает как раз-таки Лихолетов. Но о персонажах мы поговорим чуть позже, пока только о географии. Итак, ненастья. При этом у нас еще есть Самара, куда хочет сбежать Герман Неволин, чтобы просто отсидеться перед своей основной целью, перед своей главной целью – это Индия. И Индия для романа «Ненасти» является абсолютным раем. Это не мои придумки, автор действительно проводит эти параллели и вкладывает в уста своих персонажей именно символ рая. Индию Герман Неволин в том числе несколько раз называет райским местом для жизни, тем самым раем, куда ему и хочется сбежать из города Батуев. Для своего побега он совершает это преступление. И вот здесь уже начинается самое интересное. У нас есть с вами несколько персонажей, на которых мне хотелось бы сделать особенный акцент. Это как раз-таки Герман с говорящей фамилией Неволин. И если вы читали роман, то вы уже понимаете наверняка, о чем я буду говорить. У нас есть Лихолетов, своеобразный герой, очень поверхностно читающийся на самом деле, потому что его постоянно сравнивают с героем, с таким прям вот мужским персонажем, который действительно способен командовать. Он прирожденный лидер, именно поэтому он является главой Коминтерна, именно поэтому он объединяет под собой всех афганцев. И именно поэтому он является еще и своеобразным переписанным Ставрогиным, потому что Сергей Лихолетов является носителем идеи, идеи, которую он подсаживает в головы другим афганцам, что афганец афганца не кинет, и в том числе и в криминале, и в обычной жизни. Но, однако, Лихолетов для меня является своеобразным Ставрогиным, что как бы отсылает нас несколько к Достоевскому. И есть Таня Кудилина. Таня — это своеобразный лучик света в темном царстве. И тут мне хочется сразу сказать про экранизацию. Персонажа просто убили. Абсолютно. Она выглядит там какой-то Лолитой переростком. Она несколько отходит от того образа, который в книге ей приписывал автор. Своеобразной, прозрачной, тонкой девушки. Действительно, тому типажу она должна была бы принадлежать и в сериале, на котором можно что-то нарисовать. То есть абсолютно пустая серая мышь. В фильме же, однако, это правда больше похоже на набоковскую Лолиту в экранизации Стэнли Кубрика, своеобразная, дерзкая. Там есть абсолютно тупая сцена, которая, в принципе, переиначивает несколько географию, которую я для себя обрисовала для прочтения романа. И поэтому, когда я смотрела сериал, мне просто хотелось выть от ужаса. Когда Таня с мальчиком, за которым она начинает ходить после школы своеобразным образом, провожая его, да, он начинает к ней клеиться первым, что несколько портит саму философию персонажа, что это она ищет сама себе какое-нибудь сильное мужское плечо. Нет, это как бы мне не понравилось. И вот они туда приезжают, он начинает, как бы это не побег Тани получается, вот что я хочу сказать. Таня не бежит самостоятельно в ненастье, нет, она туда уезжает просто по доброй воле. То есть таким образом сериал несколько перечеркивает саму метафизику этого самого пространства, которое Алексей Иванов нарисовал в своей книге. Как мы знаем с вами, Герман Неволин бежит в ненастье. Таня тоже пытается сбежать в ненастье. Единственный, кто не пытается сбежать от реального ада, это Сергей Лихолетов. И также его судьба очень сильно связана с той самой географией. Он человек войны на все свои 100%. Он не может существовать в ином измерении. Поэтому, когда Сергей Лихолетов оказывается в заключении на определенное время, и когда он уже выходит в реальность, которая несколько далека от его идеалов, в которой есть уже свои правила, в которой вроде бы тоже война, потому что это 90-е, но все-таки это не его стезя. И поэтому Сергей Лихолетов является полностью трагичным персонажем. Он погибает, его убивают как человека, не способного дальше существовать во времени, которое более-менее движется все-таки к мирному направлению. Поэтому он просто не может существовать в этом мире. И в этом трагика Сергея Лихолетова. Что касается Германа Неволина, мы также видим ту черту, которая пытается вывести его из этого ада в Индию. Если вы читали книгу, то вы помните, что дважды он садится на поезд, чтобы уехать в Самару. Дважды он предпринимает попытки избежать ненастья, избежать той самой ловушки, которая из себя представляет эта деревня.
Но, однако, в ненастье его держат деньги. Та самая, опять-таки, метафизика образа своеобразного ада, потому что мы с вами знаем, что в классической литературе деньги никогда не ведут ни к чему хорошему. Поэтому деньги его держат, он постоянно возвращается в ненастье, то есть круги ада для него сходятся в этой самой ловушке. Ничего не выходит у Германа Неволина, ровно как и у Тани. И поэтому Индия, как тот самый рай, остается для него невыполненным. В чем разница между ненастьем и, например, грубый пример приведу, преступлением и наказанием Достоевского. Если в преступлении и наказании Раскольников из Санкт-Петербурга попадает в Сибирь, как своеобразный рай, опять-таки, да, потому что это далеко от городской среды, и именно в Сибири, на каторге, он находит для себя Бога, он находит свое искупление, здесь этого не происходит. Поэтому, в принципе, мы можем с вами сделать даже такой вывод, что Герман Неволин, заключенный в аду города Батуева, который не сумел избежать ловушки ненасти, он так и не изменится. Это тот персонаж, который действительно, как пишет в своей книге Алексей Иванов, является одновременно вроде бы и сосредоточенным, и сонным, он так и не пробудется от своего сна, он не сможет тоже, подобно Сергею Лихолетову, существовать вне ада, который сам себе выстроил, который сам себе построил, пройдя Афганистан, пройдя то испытание, которое он себе приписал, совершив преступление, и поэтому единственный персонаж, который у нас остается страдающим, который вообще, по сути дела, является драматическим, но, однако, и трагическим одновременно. Было бы закономерно, конечно же, совершить Тане, например, самоубийство, таким образом окончательно доведя до своей точки кипения ту мысль, что Таня, она вообще абсолютно иной человек. Она вне войны, она вне разборок афганцев, она просто не может существовать в этом мире, потому что она для него слишком чистая. Однако мы этого не видим, но можем предположить, что все-таки жизнь Тани закончится не очень хорошо, ровно как и жизнь Германа. Однако эти два персонажа очень сильно повторяют историю, опять-таки, преступление и наказание. Уж извините меня, что я провожу параллель со школьной классикой, но все-таки факт для меня остается фактом, я увидела в этом параллели и стремлюсь этими параллелями с вами поделиться. Они повторяют у нас тут Раскольникова и, безусловно, Соню Мармеладову, но никакого искупления не происходит. Поэтому ненастье можно назвать трагедией. Притом очень сильной трагедией, потому что здесь ни один из персонажей не находит своего бога, можно сказать так. И тот факт, что ни один из героев не доходит до своей логической точки завершения, да, не достигает своего апогея, безусловно, эта книга является галереей поломанных судеб, поломанных жизней, притом поломанные-то они войной, поломанные тем адом, который был создан в Афганистане и затем переехал в город Батуев. А вот в сериале, к сожалению, вся эта география, вся эта метафизика, вся эта экзистенциальность, она убита к чертям собачьим, потому что режиссеры, создатели этого сериала хотели в первую очередь сделать нам фильм про эпоху. Поэтому в сериях «Ненастье» делается очень большой акцент на то, что подчеркивает вам дух. И если, например, в романе «Ненастье» многие события происходят уже в нулевых, также хочу вам отметить, что вообще-то роман представляет собой своеобразное лоскутное полотно, там нелинейное повествование. Но вот если в книге у нас есть этапы, которые происходят уже в нулевые, которые подчеркивают, что 90-е уже прошли, хватит жить войной, в сериале все действие сконцентрировано в 90-х. Конечно, 90-е, наверное, экранизировать лучше и проще, потому что у нас в какую провинцию не заедь, там везде до сих пор 90-е, и это просто, не нужно тратиться там на декорации и так далее, и так далее. Наверное, подвох в этом. Однако мне также хотелось бы подчеркнуть, что сериал несколько трудно воспринимать, потому что если в книге это лоскутное полотно имеет своеобразные окрасы, в фильме этого незаметно, в сериале, вернее, этого незаметно. Сериал смотреть достаточно тяжело, к сожалению, там нет такого эпичного саундтрека, как в той же самой «Бригаде», которую идейно хотелось бы сравнить с этим сериалом, но все-таки что-то внутри меня не позволяет мне это сделать. Я хочу вам сказать в заключение, что мне «Ненастье» понравилось прям чертовски. Это одна из тех книг, которые я, видимо, долго-долго-долго держала на полке, сама того не подозревая. И вот,
И вот это свершилось, я в большом восторге. Это действительно тот роман Алексея Иванова, который я бы хотела и могла даже рекомендовать едва ли не каждому. Да, безусловно, в книге есть мат, но кого это сегодня пугает? Это не пугает даже тех детей, которые учатся в первых классах. Мне хочется отметить, что касается актеров, да, главный персонаж Герман Неволин, актер подобран, безусловно, очень круто. Мне понравился он еще со времен «Аритмии». Сергей Лихолетов тоже отличен. Отличен главный полицейский, который занимается поимкой Германа Неволина. Но вот, к сожалению, Танечку нам подобрали не очень. Ровно как и отец Тани, который, как вы помните, по книге начинает в итоге просто сходить с ума, опять-таки тоже потому, что он не способен существовать в мире нового образца. Там его играет Маковецкий, и он там какой-то клоун. Ты не видишь в нем драму, он просто клоунадничает. К сожалению, сериалу я поставила бы 2 из 10, а вот книге все 10 из 10. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Я надеюсь, вы не против подробного анализа. Не буду просить вас подписываться на канал. Лучше смотрите те ролики, которые вы еще не смотрели. Ну и будем с вами дальше читать вместе.